Быстрорастущие компании Башкортостана могут стать драйвером качественного роста экономики региона, считают эксперты Республиканского института стратегических исследований. По мнению аналитиков, именно такой частный бизнес, в отличие от многих других предприятий, имеет необходимые компетенции, а также современные технологии, высокий инновационный задел в экспортную ориентированность. В регионе насчитывается более 150 быстрорастущих компаний. Их вклад в экономику республики оценивается созданием 40 тысяч рабочих мест и совокупной выручкой около 150 миллиардов рублей. Это 11% валового регионального продукта. Мы провели опрос быстрорастущих компаний, который показал, что они уверены в своем росте, в росте прибыли и выручки. 70% компаний имеют новые проекты развития. Более 40% намерены привлечь иностранного партнера для реализации совместных проектов. Однако тот же самый опрос показал, что быстрорастущие компании обделены вниманием государства. Они считают, что для дальнейшего бурному развитию их мешают административные барьеры, недостатки мер государственной поддержки, а также отсутствие доступного и долгосрочного финансирования под главный актив быстрорастущей компании – это быстрый и долгосрочный рост. Напомню, для отнесения к категории быстрорастущих компания должна быть зарегистрированной на территории республики, иметь совокупный среднегодовой темп роста выручки за последние 5 лет не менее 10%.